Привет, мои любимые подписчики! Добро пожаловать на мой канал! А если ты еще не подписан, то зайди на канал, посмотри несколько видео, и если они тебе понравятся, то смело подписывайся. А это новое видео, а значит новая распаковка. Сегодня у нас две новинки, но об этом попозже. Давайте начнем с сюрприза «Кактус». На обратной стороне мы видим, что он под номером 8. А внутри вот в таком вот горшочке сидят три маленьких кактуса. Давайте приклеим его во вкладыш под номером 8. Вот его место. Кстати, этот кактус обычный. Нам осталось всего два кактуса. Один редкий и один обычный. Кстати, ребята, совсем забыла, заметили мой новый фон? А теперь давайте раскроем лотерейку. Здесь нам нужно собрать две сердечки. Как видите, в первой ячейке нам попался фиолетовое сердце, а во втором, к сожалению, цветочек. У нас остались три сюрприза, и давайте откроем «Найди одежду для мальчика». В коллекции три из четырех одежд для девочек, а всего одно для мальчика, и нам нужно отыскать эту одежду. А в пакетике еще два пакета и надпись «Для девочки». Давайте я достану вкладыш от этой коллекции. Откроем первый пакетик, в котором лежит главная одежда. А в пакетике вот такая вот оранжевая юбочка. Приклеим ее на вкладыш. Вот ее место. Теперь давайте откроем пакетик «Бонус». А внутри этого бонуса вот такие вот фиолетовые туфельки. Вот их место на вкладыше. Давайте приклеим их. И у нас остались два главных сюрприза. Это новинки. Я специально их оставила напоследок. Давайте начнем сперва с Шопкинсов. Это Шопкинсы первая серия. Коллекция называется «Спортивные товары». И да, ребята, я постаралась над упаковкой. Даже сделала вот такой вот замочек, который, к сожалению, сработал всего лишь наполовину. Но ничего страшного, давайте посмотрим, что внутри. Кстати, забыла вам показать вкладыш, вот он. Те, что отмечены зеленым кружочком, это редкие, и под каждой ячейкой написаны названия Шопкинсов. А внутри этого пакетика вот такой вот розовенький ролик. Оригинал этого сюрприза можете видеть на своих экранах. Он очень детализированно нарисован и красиво раскрашен. Тут даже есть мелкие детали. Ребята, оказывается, я забыла указать номер этого сюрприза, но ничего страшного, мы можем найти его по названию. Вот его место. Ее имя Лола Роллерблейд. И, кстати, она редкая. И у нас остался последний сюрприз, который называется Cat Food. В этой коллекции нам попадаются еда, в котором изображены котята. На этот раз замочек открылся прекрасно. Кстати, ребята, я сделала вот такой вот журнал для сюрпризов. Подробнее покажу его в следующем видео. Тут у меня конвертик для повторок. А
внутри вот такой вот миленький пончик с розовой глазурью, и на нем изображены ножки, а также мордашка котенка. Здесь написано пончик, давайте его сюда приклеим. Хочу передать привет каналу Веселый Тоторо и извини, что получаешь привет в конце видео. Комментарий, который соберет больше всего лайков, получит от меня привет в следующем видео. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. До скорой встречи в новом видео и всем пока!